Лето, август, 2023 год, Подмосковье. Продолжаем сбор грибов. Будьте внимательны, очень часто попадаются ложные белые и ложные подберезовые грибы, которые очень легко спутать с настоящими, съедобными. То, что они ложные, вот обращаю внимание, в местах среза или где помята шляпка, они становятся розовые. Они становятся розовые, вот шляпки. Вместо того, чтобы там синеть. Если бы были бы они съедобные, они бы тогда бы синели бы в местах среза. А так вот шляпку я помял. Она розовая и горькая на вкус. Да, а где ножка срезал, она порозовела. И шляпка, где я пальцем провел, тоже порозовела. И горький на вкус. Будьте внимательны, что это ядовитые ложные белые и ложные подберезовые.